Учесть, рассмотреть, отклонить. Самарская губернская дума активно работает над поправками к областному бюджету 2019 года. На какие статьи расходы увеличатся? Почему не все поправки жизнеспособны? И сколько денег даст региону федеральный центр? Из областного парламента наш материал. Дороги и дорожное хозяйство, образование, коммунальная инфраструктура, обеспечение жильем. На эти статьи самарские парламентарии предлагают увеличить расходы бюджета в 2019 году. Всего после принятия главного финансового документа в первом чтении в профильный комитет поступило 429 поправок. 20 из них на сумму 14 миллиардов 373 миллиона рублей предлагают учесть. 324 рассмотреть в ходе исполнения бюджета, 84 отклонить. В основном это те поправки, по которым либо это совершенно новая информация, которая не подкреплена со стороны муниципалитетов какой-то своей позицией, то есть обозначена поправка, но даже муниципалитет про это направление расходов пока не заявлял. Либо по объектам капитального строительства нет актуальной проектно-сметной документации, либо по большинству таких поправок, 85, там указаны вопросы местного значения, которые не относятся к полномочиям субъекта. В целом доходы областного бюджета в 2019 составят 136 миллиардов 894 миллиона рублей. Расходы – 136 миллиардов 752 миллиона. Пока он формируется без учета безвозмездных поступлений из федерального центра. Главный финансовый документ страны уже прошел все чтения в Нижней Палате, одобрен Советом Федерации. Пока еще он не подписан президентом, но уже есть понимание, какую сумму получит Самарский регион – более 21 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем предыдущие годы. Вообще, это будет беспрецедентная сумма участия федерального бюджета, даже с учетом того, что мы прошлые годы получали на строительство объектов чемпионата мира по футболу. Это результат работы губернатора, в первую очередь, конечно, и правительства с министерствами, ведомствами Российской Федерации. Большинством голосов члены комитета по бюджету решили предложенный проект поддержать. Окончательный вердикт по поправкам думцы примут на втором чтении бюджета. Оно назначено на 6 декабря. Анна Ивахина, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии.